Решил перекусить. Постоянно спрашивают, доколе будешь в столовках питаться? Ребята, столовки я люблю. Это не значит, что дома не готовим. У нас сегодня, между прочим, будут блины. С икрой, возможно. А может, без икры. Масленица. Я уже рассказывал 100 раз, потому что если дома приготовят в миску, вот у нас сейчас уха стоит, мы купили окуня морского. Не уха, сейчас мясо стоит, да, мясо я в этом, в Пятерочке покупал. Юлька опять много сварила, мы варим на 2-3 тарелки обычно, и вот сейчас стоит там еще на 1 тарелку, я уже не хочу его, я его захотел борща. А чем столовки хороши, что там постоянно новая еда. Если вы не питаетесь в столовой, это не значит, что никто не должен там питаться. Мне удобно, мне нравится вообще, я и дома ем, и в столовках ем. Я люблю разнообразить пищу. Из-за этого я всегда пухленький и плотненький, и пукаю, хожу. И хорошо себя чувствую. Однообразная еда убивает организм, мне кажется. Я слушаю организм, если наелся вот этого супа, да, и все, я хочу другой суп там, еще что-то. Вообще, я люблю столовую. Хватит писать глупости в комментариях, что питайся дома. Вам надо, вы питайтесь дома. Я питаюсь и дома, и в столовых, и в ресторанах ни разу не был, правда. В этих, не в ресторанах, как он, в донарках. Донары люблю, биг фуды. Не фуды, биг. Быструю еду, биг фаст. Люблю. Все, и главное-то осквернять человека, как в Писании написано. Не то, что входит внутрь, а то, что выходит из человека. Слова, поступки там, еще что-то, да? Вот это осквернение. А тут, если в меру, только в радость. Всем приятного аппетита. Мы перекушаем. У нас еще голубец сегодня будет. Голубец, я думал, ленивый. Смотри, не ленивый. В капусте, нормально. Все, обедаем. Да, поедем. До своей. Заехали на почту. У нас тут... Опа-на! Сегодня у нас день покупок и посылок. Съездим сейчас в Кумёны, сгоняем Юлькина посмотреть на учебу. Ну, учебу. Сейчас с Димой ездили. Ролик длинный получился, на две части разделился. Зашли на почту. Посылки у меня пришли с eBay и с AliExpress. Начали наконец-то отправлять. И плюс еще одна посылка по России. Так, спрашивают, как ты покупаешь в интернет-магазинах, чем пользуешься. И, в общем, я покупаю на Алиэкспрессе, на eBay покупаю. Для моды там всякие. В общем, как получается, я пользуюсь кэшбэк-сервисом Smarty Sale. У меня вот на телефоне такая программка есть, Smarty Sale, в Play Market. Между прочим, он есть для Android и есть для iPhone. Ну, кто там, например... На айфоне, да, я на андроиде, вот я для андроида пользуюсь. Smarty Sale. Комиссии, скидки бывают до 50%. Прикиньте, накапливаются средства здесь у меня. Дальше. Адекватные сотрудники. Ну, в принципе, сначала непонятно было, как покупать. Можно прямо в приложении поддержку написать, и тебе все делают. Я уже показывал, между прочим, как-то на канале, что я пользуюсь, наверное, в начале зимы я уже показывал, что пользуюсь. Вот данные по ссылке посылаю. Здесь у них в магазине, в этом приложении 1100 магазинов, больше даже. Ну и самые такие четенькие, да, вот которые я пользуюсь, там AliExpress, eBay есть, и через них покупаю. Так что, ребята, рекомендую, видите, eBay тоже тут полностью есть. Ссылочку оставлю в описании, переходите, регистрируйтесь, пользуйтесь, начинайте с умом экономить, потому что сейчас... Товары дорогие, если так покупать, курс доллара растет за разом. А здесь со Smarty Sale выгодно покупать. Также, что у них еще тут есть? Ну, тут промокоды, это, соответственно, понятно, да? Ну и плюс там всякие плюшечки. Не только зарубежные магазины поддерживаются, российских. Очень много магазинов всяких. В общем, рекомендую. Такая ненавязчивая рекламка. Вот я через них покупаю все данные. Деньги можно выводить, можно же также на посылки тратить. Так, здесь у меня что пришло, ребята? Между прочим, полезный сервис. Еще раз повторюсь. Ну, их там разные не бывают, но мне почему-то этот больше зашел. Мы с ним, в принципе, давно уже сотрудничаем.
Это у нас в машину зашла гарнитура. Между прочим, ссылки на кэшбэк-сервис и вот на эти все приблуды я оставлю в описании. Можете сразу же зарегистрироваться в приложении и по ссылкам по моим перейти через кэшбэк-сервис данным. У меня машина 2007 года, у меня нету USB выхода, да. И я купил для прикуривателя вот такой FM-трансмиттер. Сейчас я пользуюсь вот таким. Ну, ссылку я на эту и на эту оставлю в описании. Таким, да, для телефона он более мобильный, он у меня в зале. Спокойно. А для машины взял стационарный. Смотрите. Вещь. Сейчас мы будем ездить с музыкой. Здесь есть гарнитура, ну, беспроводная, можно по телефону разговаривать. Здесь есть быстрая зарядка, USB 3.0, подставочка, крепить, чем удобно, они есть там на этом, на гибком шланге, а есть просто на таком шланге. И смотрите, сейчас показываю, подержите, Юлечка, это пока подержите. Вот такая штучка вставляется вот, вот сюда, он всяко гнется и вставляется вот в эту штуку. Также можно в прикуриватель. Прикуриватель, это в решетку обдува. Здесь у нас вставляется вторая часть прикуривателей. Здесь два USB порта с поддержкой USB Charge, Quick Charge 3.0 и обыкновенно 2 ампера. Распутываем, ставим. Сейчас прямо дома. Нет, сейчас не будем, мы сейчас распечатаем, я потом покажу, как это уже все работает. Просто раз. И все. Что у нас какой-то снег пошел, блин, заколебало. Весна к нам не хочет идти. И все. И можно вот или в решетку ставить, как обыкновенное обдува, или на стекло. Нет, не на стекло, а на это. А вот, погоди, здесь еще ведь отстегиваются. Вот они. Вот смотрите. Или просто приклеиваться на панель. И у меня будет стоять, я буду здесь смотреть. Треки переключать, здесь можно музыку отвечать на телефонные звонки. Здесь микрофон сразу же встроен. Здесь есть наушники поддерживаться, здесь флешка поддерживается. Здесь USB флешка, музыка поддерживается. Здесь microSD флешка поддерживается. Это я в Великобритании покупал через SmartiSale сервис. Вот это данная вещь. Сейчас я все поставлю, и мы уже сегодня с музыкой едем. И здесь у нас еще есть два шнура. Ваш телефон можете подключить также. Вот он у меня сейчас лежит, и с телефона будет передавать, как FM-трансмиссия. Здесь все светится у нас. Давайте я потом подключу, все вам покажу. А, Юлечка. Так, следующая посылка. Что-то у нас... Дабы машину не заморать. Вау, у нас сейчас тут затянется опять ролик с распаковками, да всякими. Здесь я взял... Ну, это давно взял. И в связи с китайскими вирусами, там, проблемами у меня... Была проблема купить. Я уже купил. Сейчас у меня вот он такой трехзарядный тоже. А здесь у меня двухзарядный. Но на запас это тоже оставлю. Ссылку в описании. Для прикуривателя, для USB и плюс кабелек. Больно нам не нужен. Но если вдруг тот сгорит, пригодится. Так что вот такие дела. И взял я тут по России очень интересные штуки. Тоже сейчас покажу. Посоветовал мне один товарищ, чтобы знать свою машину от и до, взял я две книги, ребята. Две книги. Сейчас покажу, секунду. Первая книга у меня по двигателю, по-моему, 4D56T. Вот это мой двигатель на машине. Здесь полностью ремонт, эксплуатация, все в картинках, все четенько. Все полностью написано, как обслуживать данный двигатель. Книжечка вот эта не очень толстая, потому что двигатель одинаковый. Там, ну, вам не видите, идут на какие машины показано данный двигатель дизельный, как у меня стоит. А здесь я взял книгу Mitsubishi L200 G4, моя модификация. Здесь полностью обслуживание, ремонт. Все советы, все в картинках, все четенько. Так что я сейчас про свою машину буду знать все, даже больше. Вот такие дела. Да, хорошая книга. Ссылочку тоже оставлю в описании. Там, между прочим, эти книги на любую технику вообще. Всю есть.
Так, все, заболтались мы. Так что покупки через интернет только через приложение кэшбэк-сервис SmartKeySale. Такая вот будет у нас сегодня распаковочка. Все, мы едем дальше. Погнали. Покажи дорогу. Вездеход используем сегодня по назначению. Так, ну че, поехали туда еще, по Пушкина посмотрим, как дорога. Давай. Раскисло все. Да вообще все. Я так закидываю, да, в разные стороны. Нормально. Вообще вся дорога убитая. Надо нам резину с тобой другую чуть-чуть. Помощнее? Позлее немножко, что я мощнее. Ну это не одно и то же. Это не одно и то же. Едем туда, сейчас там посмотрим, что у нас. Ну как? На второй ползем, у нас еще пониженная есть, есть блокировки, так что не бойся, выйдем. Пока машину гребали, вспомнил, отремонтировал я, ребята, щеточку. На 3D принтере мне сказали, вот эту штуку напечатай. Ну, я сейчас расскажу, покажу, как я ее делал. В общем, вот такая штука получилась. Сейчас уже не сломается. Как я ее делал, давайте я вам покажу вкратце. Сделано. Итак, по щетке, друзья мои. Рассказываю, разобрал ее, отлетела у меня вот эта резьба, внутри она полая полностью. Выкрутил ее, на суперклей вот сейчас приклеил, да. И что сейчас буду делать? У нас, смотрите, так, сейчас я вам покажу. Я сейчас закручу вот на такой суперклей, ну, эпоксидный клей, да, я сейчас закручу его. И что я сделал? Вот здесь у нас, я покажу секунду. Диаметр на 0,5 миллиметра шире, нежели вот здесь, да? И я нарисовал в SolidWalk проставку. Вот она у меня сейчас печатается, данная проставочка. Она у меня вот до сюда будет с одной, ну, у нее внутренний диаметр будет один, а здесь внутренний диаметр другой. Немножечко такая ступенька будет. И, соответственно, это я когда сейчас все посажу на эпоксидный клей, все сделаю, да, и также на эпоксидку сверху вот это проставочное кольцо, штуку просажу. Мысль сначала какая была? Вот эту штуку полностью всю снять и напечатать. Но дело в том, что, смотрите, слои ложатся вот так, да, и на излом все равно резьба здесь, хотя можно было полую и плотную сделать. Но это ладно, с этим бы вопрос я решил. Здесь, видим, птичьего резьба идет. С птичьей резьбой у меня проблемы. Здесь надо все вымерять и в SolidWorks дорисовать. И я с резьбами вообще не люблю заморачиваться. Конечно, можно это все было при желании. Но думаю, зачем? Если бы это вот все обломило полностью, да, я бы сделал здесь. Или вот сюда бы втулку проточил полностью и на эпоксидку бы засадил. И на клепки также вот посадил бы изнутри. Но раз у меня это все целое, я ее все склеил, сейчас скручу и проставочку проставлю. И все так же на эпоксидочку. Хотя можно, вот у меня есть клепальник, на клепке просверлить, но я, наверное, на эпоксидку, все равно разбираться она у меня не будет больше. И эту щеточку я отремонтирую. Сейчас я все напечатаю и покажу, как это будет. Вся втулочка наша допечатывается. Шов, смотри, он здесь сделал. Сейчас доделается, будем ставить. Потихонечку и до наклей садить. Посмотрим. Здесь, видите, отливка идет. Может, придется мне дримелем это содрать немножечко. Посмотрим сейчас. Так, 95% уже напечаталось. Чуть осталось. Что-то мне вверху начал шов не в том стороне рисовать, мерзавец. Вел бы уж по одной стороне, да и все. Ладно, не критично. Все, вот так это выглядит. И тут бокситочка еще подлил. И тут боксидочкой подлил, все. Сейчас за ночь высохнет. И готово. Вот так мы ее отремонтировали. Сейчас посмотрю по синхронизации.
Ой, сколько там ролик, если не длинный, сейчас еще вставлю, как мы к Кумену съездим. Если нет, так в следующем ролике. Смотрю, длинные ролики неохота делать. Ну посмотрим. Сейчас мы едем дальше. Сконнектил я ее по Bluetooth. Sun3 называется, и все. И в принципе я еще флешку взял. Она втыкается, флешечка сюда. И разговариваем, попробовали. Беспроводную гарнитуру вообще четко слышно. Она не дела вообще вещь. Сегодня опять у нас небольшой шашлычок. Очень небольшой. Ну да, я на раз, потому что у меня там еще пачка с шейной осталась. Жарится буквально полчаса. Все это приготавливается. Нам проще потом опять замочить и все. Я с утра встал, замочил мясо. Сейчас время обед, все дела сделал. И мы к 3 часам сейчас у нас шашлычок будет. Как раз на 2 порции. Тема. Ладно, сейчас пожарим. Покажем, что получилось. Весь свинина опять шейная. И опять мы забыли лаваш купить. У нас там еще лежит пакет мяса. Шейный. И мы в третий раз, Бог Троицу любит, точно мы про лаваш вспомним. Сегодня были в магазине, вчера я говорил, на лаваш купить. Памяти нету уже, старенькие мы с Юлькой. Ничего не помним. Да ты старенький. Я-то вообще пенсионер уже, во втором поколении. Хе-хе-хе. Ладно, готовим. Где-то я забыл рассол. Все, начинаем с лука. Лук готов. Опачка. Так. Кусочки небольшие сделал. Тихонько. Вообще нормально. Следующий. Че, поужинаем? Или пообедаем, как у нас Юлька будет? Полдник. Полдник тогда, да, действительно. Сушить мясо не стал. Шейна вообще классная. Сейчас мы с лучком. Попробуй снимать бом. Пробуй. Давай. Старой доброй традиции. Горячо еще. Во рту тает. Все, всем приятного аппетита. Мы пошли полдничать. На Юль, неси.